На столичном портале «Открытый город» проходит голосование по поводу возврата на улицу Хузангая одностороннего движения. Водители жалуются на большие пробки в часы пик на участке между Кукшумской и 9-й пятилетки. Всему виной узкая дорога по одной полосе в каждом направлении. К тому же в сторону проспекта 9-й пятилетки есть две остановки общественного транспорта без карманов. Чтобы объехать стоящий автобус или маршрутку, приходится выезжать на встречку. Расширить эту дорогу невозможно, равно как и сделать карманы. Проблема во многочисленных коммуникациях. Мэрия предлагает чебоксарцам решить вопрос вместе. Высказать свое мнение можно на портале «Открытый город». Опрос продлится до 17 марта.